Вы знаете, в этом году форум был лучше, чем в прошлом. Во-первых, представлено большее количество участников. И сегодня были более актуальные темы в обсуждении. Было очень много интересных. И что особенно зацепило, было живое общение по очень важным темам, которые сегодня очень важны для отрасли. Мы обсуждали, конечно же, сохранение отрасли, ее развитие. Это касалось и оборудования, и в этом году мы больше начали обсуждать именно программное обеспечение и всю инфраструктуру нашей отрасли. Если очень кратко, то мы точно найдем выход из сложившейся ситуации. Все не настолько плачевно, как могут говорить. У нас есть вектор, мы знаем, куда идти. Есть огромное количество участников, которые хотят это делать. И я уверен, что мы справимся. Ну, большинство игроков, которых мы уже знаем, мы уже взаимодействуем не первый год. Итого, игроков на рынке много, они примерно все одни и те же, пришли с новым оборудованием, появились новые игроки на рынке. Конечно, мы обменялись контактами, и мы будем искать новые пути взаимодействия, которых раньше не было. Но все, опять-таки, да, важный момент сохранения нашей отрасли. Я желаю нам не сдаваться. Да? Все, что нас не убивает, делает нас сильнее.